Всем привет! Сегодня пятница. Сейчас мы находимся на пересечении улицы Гагарина и улицы Коммунистическая. Приглашаем вас на небольшую прогулку в нашем красивом зеленом городе. Оставайтесь с нами. Пройдемся по улице Гагарина в сторону улицы Джамбула. Боярка цветет, а запах какой обалденный. Гагарина 32. Недавно сделали ремонт в доме. Очень красиво. Приятно ходить теперь по улицам. Гагарина 25. Здесь тоже закончили ремонт дома. Как нам сказали, в этом году еще много-много домов благоустроят. Перекресток, улица Джамбула. И Гагарина. Это улица Джамбула, мы сейчас туда пройдем. Улица Спивакова. Мы здесь тоже несколько лет не были. Зеленая тихая улица. Городская художественная школа
Здесь когда-то был техникум, паспортный стол. Если кто помнит. Идем дальше. Вот этот знаменитый дом Паджамбула 29. Тоже после капитального ремонта. Когда-то здесь был магазин ветеранов. Городская музыкальная школа. Пройдем через дворы, посмотрим, что здесь изменилось, а может быть и нет. Частные дома уже здесь строят. Улица Байтерекова, дом 13. Посмотрите, как красиво, столько зелени, это же кислород. Здесь в старых районах жители очень-очень хорошо ухаживают. За своим домом. Сейчас мы с вами выйдем на площадь. Ну, какие огородики. Это же хорошо.
Вышли мы на площадь. Вот эта многоэтажка. Пока номер дома не вижу, но, наверное, все узнаете. Рядом с бывшим универмагом находится. Спасибо. Удачи. Город работает. Пилят, строгают, стучат. В общем, сидеть нам некогда. Потом будем отдыхать. Оставайтесь с нами, это еще не все. Проспект Ленина, сейчас Кунаева, 10. В этом дворе не видно порядка. Администрация, пожалуйста, обратите внимание. Очень неприятно. Центр города и в таком плачевном состоянии двор. Проспект Ленина, 12. Сейчас Кунаева. Трехэтажка. Здесь тоже не видно, чтобы благоустроили территорию. Уже много лет. Ну вот, мы вам показали и красивые места нашего города, и не очень. Кунаева, 14, бывший проспект Ленина. На первом этаже стоматология. Здесь тоже не очень-то. Так что везде есть свои недочеты, недоделки. Будем надеяться, что центр города благоустроит. До новых встреч!